общества нашего очень такое глубокое заблуждение, что у нас слепые ни к чему не пригодны, да, то есть инвалиды, и они должны сидеть дома. Нет, это глубоко не так. Вот, а слепые люди, они способны на полноценную жизнь, вот, способны перемещаться в пространстве, то есть в городских условиях, способны постоять за себя, вот, а также вот способны себя обслуживать и преодолевать, допустим, те или иные какие-то поставленные задачи, вот как в нашем военно-патриотическом лагере «Патриоты России». Вот, то есть здесь нелегко, здесь действительно очень серьезные испытания, метание ножей, то есть, и все, то есть тут все происходит на слух, и действительно наши ребята очень проявляют очень такие вот волевые качества, да, и я просто на самом деле я удивляюсь над ними. Это люди не знают простых элементарных вещей, как себя защитить. Вроде есть сила, есть выносливость, быстрота. Как это правильно сложить, вот мы пытаемся в простых элементарных вещах, доступных людям, это объяснить. Вот, в принципе, вот неделю в этом лагере мы уже и занимаемся. Загиб руки за спину при подходе спереди. Шагом вперед накладываем кисть на кисть противника. Закладываем подлокотный сгиб. Наносим удар в голень. Разворачиваемся, делаем загиб руки за спину, захватываем дальнее плечо. Все, в этом положении человека можно или отвести, попросить помощи, или перегнуть ему руку. Вообще самбо помогает по жизни чувствовать себя уверенней. Вот. Дает возможность человеку с ограниченными возможностями не быть настолько ограниченным, да? То есть можно постоять за себя в любой ситуации. Со здоровым даже человеком позволяет сразиться на равных. Эти приемы, они эффективны от, то есть, людей, которые в алкогольном опьянении, может быть, даже в наркотическом, то есть, вот они, да, вот они об этом сразу. Соответственно, конечно же, то есть, если передо мной будет стоять мастер спорта по боевому самбо, да, то есть, то я, к сожалению, буду бессильным. Ну, я думаю, что вряд ли, то есть, человек, обладающий, то есть, таким титулом, да, то есть, будет заниматься вот такими непристойными вещами. Захват за грудь. Вот обычно всегда, да, хватают, толкают. То есть в этом положении, когда вы ощущаете, что вас захватили, захватываете кисть, разворачивая, нанося удар в голень, произведя рычаг руки. То же самое захват, все заканчивается загибом руки за спину. К нам приезжал единственный в мире майор, слепой, действующий майор, вот, Министерство обороны, вот, который в Чечне ослеп, вот, он выжил, вот, и он благополучно до сих пор выполняет поставленные руководством Министерства обороны задачи. Это тоже пример, вот, лично для меня, вот, мужества, потому что, будучи слепой, выполнять военные какие-то задачи, это, конечно, это высший пилотаж. Мне еще к этому стремиться. Благодарим компанию «На ковер» за предоставленные подарки. Мы их обязательно вручим участникам военно-спортивного слета «Патриоты России», которые успешно пройдут мастер-класс по адаптивному самбо. Своим оппонентом ставим борцовские стойки. Я увожу его из равновесия, дергаю руками на себя и завожу его за спину. Тем самым я ставлю его в фронтальную стойку. И здесь делаю подворот. Также этот бросок я могу сделать вторым движением.